Вторым выходит Тайс Эмпер, третьим Андрей 01, четвертым Маус, пятым 47-й Серега, за Серегой 47-м Серега 78-й, за 78-м Серега выходит замыкающим Котяра, и за Котярой едет Данил, и за Данилом уже ЛВ. Все, все остальные присоединяются по дороге, сначала присоединяются к колонии с замыкающим, то есть в конце. И потом, по возможности, только перестраиваются. Как я понял, я-то Данил, значит, я замыкающий, да? Антош, Айс Эмпер, он, по-моему, отошел. А, вот он здесь. Колонна, внимание, начинает движение. С автобусной остановки выходим налево, пока чисто. Саня, давай быстрее заходи. Да-да-да. С автобусной остановки налево, вот, на кольце тоже налево. Данил замыкающий, или я? На паромную переправу. Котяра замыкающий в компании. Да, Данил передо мной, понял. За тобой едет Данил и ЛВ уже этот, они вдвоем в конце. За тобой. Я пошел быстренько хоть что-то перекусить, я же знаю, что, блин, если сядешь, то уже все. Блин, Англия гребаная. Это не Англия. Это вы, сударь. Ё-моё. Андрей тут? Нет, внимательность. Андрей, на канале? Андрей 01. Когда его нет, короче. Двое стоят на площадке. Мы все равно на светофоре сейчас пока стоим. Вытягивайтесь там. Самое главное, чтобы это те, кто с компании выйдут, и Котяра, чтобы ты сказал, что наши все выехали в конце там. Я уже выиграл, там они на Андрея остались. Вы бы продвинулись, другим негде будет встать, ребят. ЛВ выехал, Данил за мной. Еще один остался там. Сейчас я сюда хожу. Заранее переставим себе переправу на переправу на правую полосу. Пойдем направо. На переправу. За ЛВ я пока не вижу никого нашего. За мной никого никто не едет. Не забываем, что мы уже в Европе. В игру зашел, догоняю. User joined your channel. Вы через порт, да, ведь ехали? User disconnected from your channel. Принято.
Впереди красный, останавливаюсь. User joined your channel. Держите дистанцию в классе. Ой. У кого-то там это микрофон это с лагами. Мурзилка. У кого? Это фильм ужасов. Да нет, это мурзилка, завис экраном. Выехал из порта. Как сильно. Сэмпер даже не въехал там? Нет, нет. User я намертво завис. И я вернулся. Замечательно. Так не говорите, что я не успел, вы уже играете в Euro Truck Simulator 2. Да, ну, да. Ты сам заедем. А? В новости было время указано. Пипец, я лаганул. Серега, там нормально? А ты еле едешь. Ну, я еле еду. Не привык. ЛВ, за этим, ну, на этом первом изгибе там конкретно лагает. Принял, спасибо. Сварил гонал. Оба кольца проходим прямо с порта, как выехали, прямо проходим везде. Держите дистанцию, потому что полно лагов возле класса. Вис, я поп. Подвис. Завис окон. Да, маус. Завис. Завис! Да! Девиз. Интересно, здесь в игре когда-нибудь будет звучать, как надоело, не лагает, не зависает, хоть бы раз залагало бы, что ли. В параллельной вселенной. Ага. В следующей жизни, если так вот, вариант. Ой, кто тут стоит-то такой? Сэмпер, там это обходят, да? Да, догоняет. Держите полтинник. Везде прямо. Маус, 10.21 там впереди тоже аккуратно. Что-то он как-то лагает стрёмно. На евро втором, да, вы? Да, на евро втором. А первом? В новости было евро один, у евро два написано. Это как я написал. Вообще ничего не написано. Новости ниже читай. С Вольвешником, когда я писал, куда я еду, если кто хочет. О, господи. Хочешь что-то менять? Ой-ой-ой-ой-ой! Че и голова тут мешает. А следующий город Лилл и Брюссель. Это ближайшее, где присоединиться можно. Аккуратнее, двое, которые были, а все, они съезжают. Андрюха в канале.
Сань, догоняешь? Как бы... Где время участок дороги красный сел, остановился. Все скалайцы уже выехали, все прошли удачно. Ну я вот звонка еще еду, да, все, все в порядке. А, да и красавчик, статус ушел с тюспика вообще. Как сказал. Может срочно понадобится. Когда срочно не успеваешь поставить этот статус. У всех там зеленый? Шестой, нет. Блин. Это я и не понял, там встречка идет, ты едешь. А я сам его не увидел вообще. Пропусти меня. Ты че за блядь? Извиняй, после колеса, да? С колеса там дорожка идет вниз по карте, прямо. А, левый лежай. Либо можешь ожидать где-то в Либо или в Брюсселе на СТО. Не классно. Ну и что? Мы никуда не спешим, да, конечно. Один сказал, ну и что, я вот думал, ладно, придет лет на красный, друга, ну ничего, да выйдет. Котяр, что стоим? Что? Что стоим, говорю? Красный. Что был зря? Он рассинхронизирован, этот светофор. У тебя слева, случайно, эта яма не закопана? На первом перекрестке уходим налево. Своих вижу. Вроде. Там мы на Европе первые. Смысла на Европе второй колонии. Будто сильно много, можно будет разогнаться, больше ста. Там плюс только тем, кто может догнать, а тем, кто держать скорость, будет сложно, 90. Не, ну а это же выйдет, как ее называют, вот это новое обнову, там просто добавится. Пусть она сначала выйдет, да и без лагов. Котяра догнал предыдущую машину? Да, да. Смотри, там все стакады направо. А перекрестки вроде как все свернули. Чё ж ты, блин. А, повернул. Просто я, наверное, как только это обнова выйдет, первый месяц придется, я не буду играть, потому что один сервер будет единый, это пока дураков отсеет, пока их побанит, ну, наверное, попадать лишний раз. В смысле, это Европа 1, Европа 2, меня, что ли, я так понял? Один единый сервер будет. Ну и давно пора сделать так. Вы просто представьте, со всех серваков пусть по копейке, но народ будет. И вечером это будет вообще мрак. Нет, ну просто смотри, ты говоришь, просто мрак. Нет, ну давай ездить по мертвой дороге, да, когда ты едешь, одежда, допустим, там, с Британии, в Польшу, и вообще ни одной машины, правильно? Правильно. А дорогие, я что-то на первом остаюсь. Я много кого с вами вижу. Если хоть будет дурачки обезьяны попадаться на дороге, то хоть какое-то разнообразие будет. Разнообразие.
разнообразие, когда ты летишь 180 или 170, а у тебя колонна или авария. Вот это разнообразие. Уйди ты от нее в сторону. Какие 180, 170 будет максимально 120? Я имею в виду вообще, вот почему я на втором катаю. Сегодня я разогнал с 13 тоннами на 182. Ну, красавчик, я рад за тебя. Я как ехал, ездил 90, да, как вот 90 ездил. Максимум на часотку на обгон. Не, 90 нормально. Каждому свое, я любитель просрочивающие заказы возить, и которые дорогие. Причем я их не беру в офлайне, я беру в онлайне. Перестраиваемся в левый ряд заранее. Сейчас налево будем уходить на второй съезд. Там указатель на пересек должен быть. Вот этим. Вы там видите перед идущей машиной, да? Куда поворачивают? Я-то вижу. Вы налево поворачиваете, да? Да. Вот, походу, эта встречка не пропустим там. На восточный выезд возле Лила проходим. В направлении Брюсселя. Я в Лиле появляюсь. Но лучше в Брюсселе уже. Хотя, можешь топить и догонять. Пока до Брюсселя доедем, там будет узкоклика, сейчас уже я. Да ладно, в Брюсселе уже появились. А у вас вернул, последний сворачивает. User joined your channel. Как неудобно, сейчас Вервульф не работает вообще. Угу. Че это не работает? Не знаю. Сейчас приедем, переустановлю. Любопытство аж раздирает. Кто же зашел в канал? Какой-то злой кролик. А, это из наших. Он новенький у нас. У нас такая хорошая традиция есть в канале, во всех наших каналах. Заходить, здороваться, в идеале вообще представляться. Я в Брюсселе. Мы от Лила в Брюсселе на полпути уже. У вас какой вес, вы так отрываетесь или в полу? Встречка. Рейза. Ща груз возьму. А чё, DLS-ки только в этом, как выбрать, да, в оффлайне? Какие DLS-ки? Ну, прицепы DLS-очные. А какие прицепы DLS? Ну, встречка прошла. Нет, они в онлайне есть. Да? Это ж тебе не моды. Встречка прошла. Это же самое, да, что да. И покраска, что не будет работать в этом какая-то из дополнения в мультиплеере. Если ее сделали, поддержку, ее сделали, а поддержка еще там с 1.12 или 13. Дорожный каток — это из DLS-ки? Да. Значит, работает. Его добавили в DLS, когда ввели в 1.14 или когда он там 1.15 дополнительно. Нигде ничего не сыграл, у меня грузов нету 11%. Как так? Ну что, обстановка в Роттердаме очень печальная, 47 человек, пробочка. Русскую окраску добавили на 14. Антошка, да. Я на полчаса отойду на обеденный перерыв. Хорошо.
встречка обратно. Принят. Встречка прошла. Жалко, дистанционный символ. Когда пишет. Здравствуйте, скоро сейчас направо будем ходить на трассу на 7. Блин, у меня ничего нету из Бурисселя, только вниз карты. Сань, ты за меня? Да. Потом в каком-нибудь городе возьму груз. А? Польша справа, а не внизу. В Польше или? Ну, Чешская Республика, Польша там в ту сторону. Варшава да, ну. Сойдет? Варшава, да, в принципе, да. А, Серега. Что там завис? А, нет. Спидигончик? Опережение голова. На подъеме идут аккуратнее. Привет. Вы уже подъехали к Варшаве? Ого. Куда? К Варшаве подъехали. К Варшаве. К Брюсселе. Да, выходи из Брюсселя. Да, сейчас цепляюсь и выхожу. Брюсселя вниз по карте на 7. Все поднялись, все нормально. Пить 91 не хватает мафии обогнать, что ли, Рено? На какую выходить? На А7? Да, А7, который с Брюсселя вниз идет. Понял. Че у чувака за Вольво такое? Может, стоковое. Теперь аккуратнее, скорее всего. Ну все, достаем кипяточек, делаем чай. После сужения съезжаем направо на съезд. User disconnected from your channel. На 15. Указатель я же и увидел, что ты вышел, прикрыл. Пробка в порту. Ай-яй-яй, как я хочу туда. Все, знаешь, сколько машин? Пробка началась, короче, от Роттердама в сторону порта. Уже туда и обратно. А мы в колонии едем. Когда мы все ехать? Можно заехать в Роттердам. Все, нам разворачиваемся, сейчас через Брюссель поднимаемся быстро на Роттердам. У кого ком зарел, то слабак. Добрый человек. Че, у меня возможно тоже заехать. Если там пробка прямо от города. У кого ком сгорел, я не виноват, да? Поднимаем скорость до 80. Иду 90. Подхожу к заправке, которая этот как на 7. Ты там после заправки съезд направо не пропусти на 15. Да, я понял. Справа стоит. Немного отстал. Фирменная покраска, Антоха, или свободная? Фирменная. Да? Значит, фирменная взял. Фирменная. Антош, кстати, вот о вчерашнем разговоре, а
разделение региональная трасса, ну, например, когда А15 меняется с белой там на зеленую. По идее, границы должны быть там платники на границах, правильно? Ну, логично было бы, но фиг его знает, как оно. А так действительно не поймешь. Едешь, вроде бы по белой, тут она уже то ли зеленая, то ли синяя, другую становится. Подъезжай к этому белому значку на карте А15. Нет, ты немножко, Антоша, не допонял мой вопрос. А в жизни они так и как оно, как трассы меняются очередно? Ребят, я... Чем? Я... Выходи, ну если что... Тебя связь, походу, обрывается, до конца там говоришь. Ну, говорю, надо уходить там, это, на пару, на полчаса примерно. Ну, отлично. Желаю удачи. Ну, может, присоединюсь, если будет время, потому что... Давайте. Да. Поезжай ремонт дороги на 15. На этой развязке прямо? Которые на Люксембург уходят. Да, везде прямо. Кто это магнитосище такой? О, догнал этого, который уходит. Иду через место, а вас бы хоть бы в табе видно было. Ну потихоньку и догонишь, мы 80. Вот сейчас бы Семен зашел с Волкова это со своим радио, было бы замечательно. Красиво. Че, нет? А у тебя там свой радио. Ты не слыхал о Дождесе, да? Сбрасываем скоро до 70. Прошла мимо меня белая Скания. ЛВ, ты тут? Вроде ужин пошел. Да, на обед ушел. Подъезжаем к городу. Это фонари светят или у меня голеные, это северное сияние? А, это фонари. В лес не заезжаем? Нет, зачем? Ну, мало ли. Вдруг кому тебе стол надо? У меня заправка нужна, у меня 15 литров. Чё ж ты так? Да я вообще внимания не обращал. Ну, кому это все пишется? Приедьте на исправной машине. Она заправлена. Хоть пиши, хоть нет. Да я просто со Скани пересел на Вольву. А Сканию как будто ты подготавливал, смотрел, какая она в каком состоянии, да? А? Да, уверен, у тебя со Скани то же самое. Нет, Скания у меня полностью под завязку заправлены и отремонтированы. Засмотрелся. О, какой-то Майбах в табе. Блин, лагерь. Что с ним делать? Там впереди случайно заправки нет? Есть. Лишь бы дотянуть. Блин, я ее прошел. Черт. Перед въездом на заправку стоит голова. Я ухожу на заправку. По левой полосе везде идем прямо.
слышали? Да. Есть 4. Докатиться вы до этой заправки. Заправки съезжать будете, у вас контейнеровоз едет, придется аккуратно. Куда? Ну кто ушел на заправку им? Подъехал к заправке уже на заглушенном. Уже заглох, качусь. Блин, чё за чувак так встал, блин? Головастик. Перестанемся в правую полосу, по правой пойдем. Справа обгон, аккуратнее. А мы в правую полосу перестроились. Ух, зажали его красиво. Зажать это никогда не красиво. А нет, он с правой стороны обгоняет. Так он не обгоняет. Ну он меня обогнал, пошел на обгон и начали сворачивать направо. Он же по тормозам дал. Опережение справа не запрещено. У меня крэш. Мы тут карабкаемся на махну-махворку, поэтому пока мы карабкаемся, ты еще успеешь перезайти. А, у меня загрузка, скорее всего. Вы всегда потом прямо пошли? Доверие. Да, везде прямо. То есть у вас сейчас вы к Кёльну подъезжаете, да? Да. На под Кёльном мы съедем на узкоколейку, которая этот... Ну да, я вижу. На срез идет на Франкфурт. Ох, тут какой-то две машины УГ, УЛГ проехали. И ТР. Да. Справа стоит, аккуратно. Вы на магнумах? Голден. Да, мы на магнумах. Колонн, внимание, сбрасываем скорость, съезжаем на съезд направо. О, да я недалеко, не сильно далеко от вас. Внизу, после съезда направо тоже. А в конвое есть Golden Express? Нет. Офигеть, я к ним приближаюсь. А, тут два Golden Express стоят на обочине. Угу. Не пропусти съезд. Да-да-да, я помню. О, наши появились. 10-30. Идет на габаритах с ходовых линий. Сбрасываем скорость, сейчас на Т-образном уходим налево. Со светом. Со светом? Ну, с освещением в игре, потому что такое ощущение, что идут на это, на габаритах, не на ходовых. На светофоре налево ходим. На светофоре налево. Только когда не увидится, видно, что на этот хоть что-то включено. Сдалека так вообще.
логика была пропускать, если все равно поворачиваешь? Что? Да там два ишака было на перекрестке. Догнал. А они, наверное, этот пожалели тебя, потому что у них проблема с поворачиваемостью. Еду за волками дорог Данил 77. Статочная поворачиваемость. User joined your channel. Всем привет. Здорово. Привет. Котяра напугала. Антошка, с вы катаете где-то или просто стоите? Мы едем в соседнее село. На дискотеку. Будем проходить. Возле города Франкфурт. То есть у тебя есть время оттуда выехать. И то не через сам город, а возле него. Но я сейчас только на подготовку, возможно, буду ждать вас только в следующем городе. А он тогда дальше. Опять отстал. Что за... Пока вы идете. Я иду 70. Догоняю. О, на радио прикольная песня играет, дальнобойщик. Встречка идет. 10-4-10-10. Сэпер, ты не сильно это? Кололась, прошел колонну. Притык идешь. Сейчас будет спуск, на нем надо не отпускать, все, а наоборот начинать торможение, потому что впереди этот тупик, и нам подниматься на трассу, направо. Смотрите, тут не разгонитесь. Начинаю торможение. Не такой уж и большой спуск. Некоторым хватает, чтобы разогнаться, чтобы влепиться потом. Антошка, ты... покраска свободная? А, что? Покраска свободная?
Синебела наша. Да запланированы конвои? Конечно. Не, вроде как говорили, в свободное время можно так катать. Ну, свободно. Ну так, группе новости. Кстати, у меня не было новости. Я видел то, что котяра выкладывал. Ниже новости. Мало ли кто на стенке выложил. Он дракон позволил себе продублировать новость, которую я выложил несколько суток назад. Вот, а о том, что грядет обновление мультиплеера. Мы пока что не выпустили. И что в нем будет. Он взял, продублировал его, на стенку кинул. Не посмотрел, что на стенке есть. Ну, естественно, конечно, все одним местом забили на новости, то, что на стене. И непонятно, кому это все пишется. Ну, к примеру, я всегда смотрю число и время. Сейчас на съезде уходим направо на съезд. Слышали? 10-4. Да нет, ты хоть сильно не лагаешь? Я нет. Я торможу просто. Не, просто это как бы. Просил. Просто я за тобой почти что плотняк еду. Да нет, если лагану, то лагану. Уноси те ноги. Кровно на обочине головастик остановился. 10-4. Ну да нет, ты лаганул. Ага. Вот почему нужна дистанция. Дистанция тебе нужна. А? User disconnected. Нельзя предугадать свое лагание в этой игре. Антошкис, после Франкфурта вы куда? Бери Варшаву, не прогадай. Через Инсбург, Сальцбург. Линз, Виен, Брно. Есть Варшава у тебя? А есть кто-то в Брно именно загруженный? User joined your channel. Здорово, пацаны. Здрасте. У вас конечный пункт какой? Брно. Я в Брно не нашел Братислава. Ну, Братислава рядышком будем проезжать. Как раз. Только смотри, откуда у тебя там. Перестрелка, что средний ряд, идем прямо. Колонна потрясается, средний ряд, идем прямо. Я вас в Нюрнберге смогу поймать? 10-4, Нюрнберг идем прямо. Нет. С Нюрнберга тебе там выезжать на дорогу придется подъезжать по пути перед. Но если я, допустим, на заправке в сторону Линза буду стоять? Да не перестраемся в правый ряд. Это не я, это котяра, я за ним еду. Сбрасываю скорость до 70.
Котяр не слеплю. Да, нет, не все равно, просто ты на дальних не увидишь мои места, покинь. Кого внимание, а сейчас будем ходить на съезде. В Мюнхене я вас могу поймать? Где? Мюнхен. Они же этого Нюрнберга. Так, я тут. Да, в принципе, возле Мюнхена можешь. Только там на дороге чуть надо будет подъехать. Сейчас Мюнхен будет. Долго там стоишь? Ну, до Мюнхена, конечно, нам еще прилично. Вам легче с Франкфурта быстрее подъехать и догнать там, если что. Мы сейчас спускаемся с этой четвертой трассы на узкоколейку, которая идет вниз на Мюнхен и до Инсбрука до конца. И будем, получается, проходить этот перекресток, который от Франкфурта там справа, узкоколейки. А, все, вот. Понял, где вы едете. Котяра, ты че, к полтинник идешь? Ну да, я поэтому и спрашивал, с чем они едут, если они так легко открываются. Радио прикольно, музончик играет сегодня. Нет, не радио. Я другое переключил. Согласен. Это что, Евротрак? Да. А там от Евротрака в том документе есть еще этот, другие радиостанции. Да? Да. И там есть одна отличная станция. 80-й Music Hot Mix Radio. Надо будет послушать. Ну там этот по умолчанию page up и page down стоит на переключение на ходу. То есть листает на page down. Да, ну, я знаю, я сейчас строил его перелистывать станции. Но у меня надо залезть, обновить их. У меня же только одна станция. Теперь я котяр не могу догнать. Сейчас пусть будет разгонишься. Данила, ты на ивейке идешь, да? На Вольво. На новой? Угу. 750? Да. Как ты его догнать не можешь? Я сейчас вот эту какашку возьму. Антош, или кто там есть? Да-да-да, Антош. Антош. Раньше на ближнем вообще не мог ездить, а сейчас это как вот, приловчился уже нормально. Человек на ближнем вообще не мог ездить, только на дальнем. Какой смысл на дальнем ездить? Впереди перекресток обратно. Влад, аккуратно, мы проходим перекресток. На дальнем хорошо ездить из Амстердама в Роттердам. В штабе никого нету, можете смело проезжать.
Юр, я вас успею перевести, да? Что? Перекресток прямо, да? Да. Сколько вы же у вас там едет? О, Влад остановился. Аккуратно, встречка, встречка, аккуратно. Ой, я этого Евгения сегодня уже встречал. А я-то думаю, что такие большие повороты? Да, приехали. Замыкаю колонну. Принял. Влад, смотри, лагаю. Дистанцию держу. Молодец. Красавчик же есть. Нет. Вы прямо проехали? Да, везде прямо. Вниз по карте идем по узкой реке. Сейчас вообще какие-то играют. Я остановлюсь, у меня перерыв пообедать. А что, за рулем не судьба? Я уел, но настали косточки. Аккуратно впереди серпантин. Пальчик покинул колонну. Скорость сбрасывать аккуратно. User disconnected from your channel. Ты же, Антон, скидывал клип на эту песенку, да? Что? Скидывал клип на эту песенку где-то. Да не. User joined your channel. Да-да.
битусик кидс спортивку и под эту песенку. Христос воскрес, в каком вы городе? Ну как тебе сказать? Как есть. Мы после калеки проходим вниз по карте. Сейчас ориентировочно мы проходим возле Штутгарта. Вот если смотреть по карте на Штутгарт, то мы справа от него и вниз по карте продвигаем после калеки, которая справа от Штутгарта. То есть к Мюнхену двигаемся. А скоро будете там? Ну вот мы возле этого, я прохожу сейчас, заправка, которая справа от надписи Штутгарт. Вот прикинь. Так, а вы в сам город не будете, да, заезжать? Нет, мы пройдем прямо, а вы с города на Оскаклику должны выйти, которая идет дальше на Инсбрук. Сейчас выйду. Следующие города, в которые мы непосредственно заедем, в черту города прямо, это Инсбрук, через город пройдем, Сальцбург, Линц мы мимо города вблизи будем проходить, и через Вин напрямую через город. Как то радио говоришь называется? Обновил список? Да. Листай там этот, наверное, где-то 15-я станция или 20-я после вот этого Евротрака. 80 там что-то. Сейчас. Аккуратно какой-то поворот. А Music Hot Mix Radio. На 80 ориентируйся на цифру. Впереди. Метров должны с дорожного переезда кроме. Ё-моё, пиздец. Что такое? Сбрасывай скорость до 70. 80S Music Hot Mix Radio? Да. Франциско. Да. Выехал и еду. Все по той шоскоколейке, где остановился. 47-й и 78-й, вы там где? Я вас стабе ниже. 47-го я вообще не видел, как его крашнуло. А мы едем. Все вижу.
Элвин, ты там заметился, как нос как лепо выехать? Ну, мы едем на юг же, вниз, правильно? Да. К Инсбергу. Ну вот я на той узкоколейке уже стою. Я взял этот мегагалактический ускоритель. Сейчас буду наваливать. Магнум стали. Встречка аккуратно. Лучше. Ну, сейчас увидишь. Во льву, а что ли, нужно? Нет. Мегагалактический. Бухарик. Впереди аварийный участок дороги. Вы все по этой узкоколейке едете? Да. Красный. Тут даже полкнига нормально. Везде пьяный. Выше мать, да. А что ж он бухает? Это, чуть раньше мы встретились, они на этом. Пролетел немного сок. Понял, короче, Антох, переключай песни, всегда только Евротрек радио включается. Но хочу радиостанцию переключить, а все. Так а ты галочки со всех убери, либо поставь на то, которое ты хочешь, и все. У меня нормально все. Сколько нам примерно осталось? Что? Сколько нам примерно осталось? Устал? Да нет, просто. Не смотри на часы. Я думаю, в Инсбруке может сделать первый, потому что меня тоже убивают. Я вчера, что вчера, сегодня чуть ли не рассвет встретил, а потом с утра пошел в эти паски сидеть. Меня реально сейчас так кумарит, я думаю, сейчас еду в какой-то отбойник. Христос воскрес! И ляпьте это водички в рожу. Это сегодня с Кристинкой ходили Пасху светить. Я, короче, даже не подходил туда, они стояли, короче, светили с мамой, короче. Я туда даже не подходил, отходят, короче, все мокрые. Я как начал ха-ха ловить. Мне показалось, или там реально мегагалактический ускоритель? Да. В аэродинамической форме малого сопротивления. Не, ну то реально мегагалактический. В моем этом обуздании сейчас будет невероятная мощность. 310 лошадиных сил. А на Евро-2 сейчас такая песня играет. 310. Подожди, ты на чем? А на чем есть 310 сил? На команде. На Toyota Supra. Так, попробую перестроиться. На Skyline, блин. Спасибо. На самой первой старенькой бэхе М5-300. Ну на чем еще 300 может быть? На тракторе. Иди, дождь полил проливной, блин, стеной идет.
И тут я немного офигел. Проезжаю, короче, развилку. Трасса на карте показана, но проезд туда запрещен. Фак логик. 310 на это, на Маджестике, что ли? Не верно. Да, я сходу. Насрались? Угу. Ну что, КамАЗ, реально. О, чуть лучше КамАЗа. Офигеть, я только железнодорожный проезжаю. И то, какого КамАЗа? Советской сборки. Угу, старого такого. Да. А то новые будут и получше лайки. Я что-то на Магнум не вписываюсь в поворотах. С Дакара бы сюда КамАЗ. О, да. Вот бы на нём повремяться. Волевые скани отдыхали бы. Да, вообще. Это, короче, Дакар смотрю. Ну и, короче, этот Ивека проезжает, короче, эти Ивеки. Бах, короче, аккуратно так объезжает, а там небольшой обрывчик, короче, и камни. Наши, недолго думая, на КамАЗе, кто еще берут, вылетают, короче, с этого трамплина. Бах, приземлились, дальше поехали. Ивека так аккуратно объезжал это все. Там от КамАЗа только кабина осталась. И шильник КамАЗ. Да. Ну чего, рама, скорее всего, что общая должна быть. Подвеска швейцарская, блин. Ну даже у нас там что-то остановилось. Дакаре же запретили участвовать вообще, ну, КамАЗом. Нечестно. То, что они постоянно выигрывают. И, короче, фирма КамАЗ, они там что-то, короче, придумали, немножко поменяли, но машина, короче, осталась та же, и характеристики все те же. И в итоге они опять участвуют на КамАЗах. Что, все гнут до сих пор? Ну так КамАЗ постоянно первое место занимает. Почти 20 лет уже. КамАЗ мастер. Да, русский автопром. Что, на наших дорогах специально для этого и делали? Свечки. Мастер спорта по нагибанию. Технички стабильно третьи места берут, потому что им техникам сказали сразу, если вторые места будете брать, дисквалификация команды полностью. Вот это, блин, вообще условия. Что? Кто бы? Сколько у тебя там? 23. Антох, я тут к развилке подъезжаю. Типа, вы русский механик? Да. А, все, тогда это, на первое место там не смотрите, а то дисквалификация. Антох, тут развилка, короче. По этой узкоколейке ехать, да? Ну, вниз, ровно прямо, ровно. Неужели ты так сильно отстал? Я только к Мюнхену подъезжаю. Я помню, в начале 90-х еще вместе с КамАЗом начинали выступать наши СНИВы. Но техподдержка была от КамАЗа. Ну, что-то не знаю, они года три поучаствовали, потом вернули. А МАЗы сначала тоже участвуют, но как-то не так удачно. Татры да. Уже участвуют. Хотя, прости, перебью. В какой город едете? В Инсбрук. Непосредственно через город Инсбрук будем проходить. Кстати, Антош, помнишь присоюзовскую Татру модель кабины? Что? Присоюзовскую модель кабины Татры. Татра... Блин, такая. Вот она ничем не изменилась, кроме всего остального. А кабина все то же самое. Вот сейчас 17:40. Вот мы пока доедем до города, до Инсбрука. И в Инсбруке мы будем стоять до этого ровно до 6. И 6 тронемся. Хотя ради справедливости сказать, в 6 мы будем кричать: «Алло, вы здесь, на месте?» Ну, я, если честно, планирую тронуться там в 1-2 минуты уже. Что, пока мы доедем, это будет 5 час минут, как минимум, чуть больше. И 10 минут, я думаю, точно будет на отдых. Антоха пойдет покемарит. Да, потому что нам надо еще развозить рус, это мне в Устрицу,
он сам и в этот, в Варшаву. И там еще неизвестно, куда остальные. Все потому, проехал, что мы красивые на ЛКВ. Что-то далеко прям уехали, да, я чувствую. Ну, мы будем отдыхать в Инсбруке, а ты будешь рулить. Сбрасываем скорость, сейчас уходим налево в город. Ничего себе, Фонтин, какой же ты крутой. О, Маус. Нежданчик. Привет. Привет. Здорово. Пришел вам мешать. Ян, ты? Значит, ошибся. Мозг это. На нашу Яну похож. Сегодня. Я многолицый, однако. И многоголосый. Все катаются. Мы тут наслаждаемся этой блокировкой нашей колонны в Избурге. Вы принимаете в колонну всяких левых? Что? Всяких левых принимаете, типа меня? Конечно. Ребен вообще. Руками и ногами. Объявление. Ну тогда я в клине сейчас. Понаберут всяких по объявлениям. Ага. Ладно, хоть без. Точнее наоборот, по объявлениям, а некоторые без объявлений вот заходят. О, я подъезжаю к заправке. Хорошо? Да. Отдыхать мы будем здесь. Конечно. Сделай микрофон погромче, чтобы говорить, не хочется не слышно. Кого не слышно? Итог. Конечно, есть. Конечно, бренд есть. Потом заставляю маршрут развязать за оставшихся. А я чувствую, я схитрю. Ну, конечно, там можно проехать побольше. Где? Ну, справа побольше. Можно ехать. Зачем? На тех ремонт все тут. Да, все ремонты. Так, вон как там, где затор. Вот жаль, бетон нельзя снять, тут долго не стоит вообще. Это нет, я ж правильный водитель, надо ехать до конца. Ну да, давайте все, редкость. А, все напишут и всех забанят. Вот будет весело. Админы позаботились, теперь репорт по не подпишут, но просто не все. Один написал. Да я уже написал, там уже не сможет. Уже напишет, типа, уже не репорт написал. Я тоже не хотел. Ну что, поймите. Ты причину репорт сможешь продать? Я не заболел, ушел от него. Ты смотри, проснулся. Ладно, и теперь что? Давай, не знаю. Офигенно. С контейнера классно будет ездить. Знаете почему? По серпантинам поворот выходишь, тебя фуру заносит, а прицеп ровно идет. И даже не заламывает, дрифтишь получается. Нормальный прикол, я только сейчас заметил. А в Рено в этом в салоне, кроме обивки, ничего не меняется. Да. Я сначала понять не мог, а что меняется? А потом на сиденье повернул.
сейчас бы была у меня Феррари из этого, из R-Factor, уже давно бы догнал. FFX? Да. Не, GT50. О, 15 минут на Феррари. А я вот. Это мы еще попробуем, что побыстрее там. Инсбрук находится рядом с Сальцбургом. Да, тот самый Инсбрук. Не, ну мне кажется, что GT50 он быстрее разгоняется. Вот мне кажется. То есть все, выезжаем, да? User joined your channel. В каком из города переходите, когда можно? Слышь, мужики, здорово, с праздничком вас. Христос воскрес. Воистину воскрес, ребят. А, помогите, пожалуйста, слышу. А вы знаете, как эти пользуются? Вайбер или Вейво на телефоне? Чем пользуются? Вайбер? Вайбер на телефоне. Вайбер? Вибратором на телефоне, ну. Господи, у меня там баба виснет, а я хрен знаю, как это пользуется, ребят. Обычно пользоваться. Как скайп. Закрой ты, помоги ему, и баба отвиснет. Блин, а Антошки стоп, нет? Зачем ты? Да я здесь, мама, в дороге уже выехали. Блин, а у вас конвой, да, мужики? У нас автоколонна. Вот кто-нибудь такой, слышишь, не заряженный есть у вас? Давай я тобой поеду. Котяр, ты выезжаешь, да? Да, да. За кем? За Сергеем. А что-то они стоят. А какой у вас ближайший город, где вы будете? Сальцбург. А вот справа то, что стоят люди, это ничего? Это за нами, парень. Так, ну ладно, да? Ребят, спасибо за ответы, я пойду. Не буду вам мешать. Можете продолжать. Давай, давай. Пока, удачи. Давай. А в какую сторону вообще вы едете? Сань, ну, выезжай, это же с компанией все тут. Я тут левый. Какой последний пункт? Останавливаться вообще, конечно, точка дана. Угу. Блин, тебя тоже надо было пропустить, да? Что? Не. Норм, да, это же из другой компании. Сэмбер, ты сильно лагаешь? Я проморгал через мост направо, уж ты правильно. Это что, дракон? Не знаю. Страсбург, может, они сайт? Сальцбург. Сальцбург. Тут есть Страсбург. И Штутгарт рядом. Или я неправильно сказал? Ну, просто не сказал. ЛВ не догоняешь? Мы идем по Австрии слева направо. Ну возле это сайта у нас Штутгарт, да, как далеко. Вон из Сальцбурга, Братислава, Сальцбург заезжает. Я понял, где. Мост налево. 10-4. Так это вообще напрягает. 10-4. Хорошо, принял. Блин, реально лицо. Чё? Верзон налетел. Чуть вписался. Долго он ещё до Сальцбурга ехал? Нет. Да это вот и пятница, короче, что вот. Мы уже выехали за тобой. Жди нас. Давно этого не было. Ещё немного, и мы приедем к тебе. Блин, команд, мечта сбывается. Кто банкомат? Банкомат. В банкомате точно сбывается. Только обладатели карточки гон. Или платье. Котяра, ну ты лаганул.
Или когда на ней есть зарплата. Я просто вспомнил про карту. Ой, а чё стоим-то, алё? А чё ты не едешь? Я чуть не это... китайскую стену не выложил сейчас. Алло, чё, не догоняешь? Загнал. О, Диман Брюханов. Чё не догоняешь? Да чё ты не догоняешь? Чё ты не догоняешь? Драгон, так чё у тебя там? Дрейк здесь? Ну, вроде бы. Я так давно его не слышал. Блин, надо на фуре эти подушки порезать. Котяр, помнишь? Ребята, куда вы уехали? Ёбаный в рот, блин. А мне больше всего прикало, когда, блин, осторожно, осторожно, тормозов нету. А, не, какой осторожно, постоянно, освободите дорогу. А куда, кто, похрену? Капитан здесь тормозов. Так, лагает что-то. Ой, красота, как смотрится, блин, вообще. Ща как сохранюсь. Колонна прям, сказка. Сайзер, поехали. Я сам не могу заиму. 15 метров, когда мы будем его приезжать. Пойдет ли, наверное, на фоне это подушки, чтобы поставить? Здоров. Привет. Привет. Колонна сбросила на скорость, сейчас направо на съезд уходим. Дохло сейчас где? Уходим на съезд. Снижаем с трассы. На карьер посадим. Откуда вы едете? До нас выезжает. Откуда не услышал? Аккуратно, затор на спуске. Идем по серпантину, который под Сальбургом, там где карьер. Непосредственно через город будем проходить. Лучше всего ждать на Якорс, либо в городе, возле там Сан-Болдерс или Тридаус, я не помню там, или Трансин, как он сядет в виду. Или верхний? Мы тут верхний. Немножко неопределенно едем. То есть в сторону Каласи, да? Ну ты это, быстренько там соберись, вот, груз найди на Брно или в ту сторону. И в Сальбурге жди, мы подъезжаем к нему, в принципе, уже. Ну, давай. Ну, через 10 там будем точно. Ага. Я Диму увидел, странно, Димас там. Да, я вот. Я на это вот. Димас, а ты тоже на Сальбурге, да? Ну да, я взял. Я, может, мы поедем в Акрес, этот, там есть, за городом. Да, едьте на Якорс. Ну, с Якорсом вообще тумана будет. Еще в карьере можно было остановиться, да. Мы уже остановились в Избраке, как нас мы. Я, походу, по этой дороге второй раз в жизни еду. Первый раз я когда ее открывал, второй раз. Вот сейчас. Какой живописный вид. Да капец, я смотрю вообще. Да по второй раз машину рассекретил. Ты же не на серой проезжал тогда. Так и хочется с отбойника уйти в обрыв. Ну да, кстати. Котяр, ты про что? Я Руда Манин.
Первый раз, когда ты ее открывал. Когда ты ее открывал, ты был 100% в другой машине. Ну да, но я был на скане 2000 лошадей. А теперь ты круче. Да, блин, как ты пальчик лагаешь сейчас. Прям. Еле вот, еле прям. Еще немножко ехал. Покатился. Там сзади кто меня едет, живые все, то я тормознул, то дико сейчас. Обгон колонны. Блин, это вообще сплошная же. Кто ж выйдет у него там из этого? Не знаю, сейчас такая дорога клевая. Тогда аккуратно обгон Вольво оставил. Не задолбается обгонять. Он еще как-то то по моей полосе, то по своей едет. Честно сказать, когда я сам езжу по этим местам и вижу, что кто-то пытается сзади на обгон идти, на всю железку просто топлю. Ну это да, да. Внимательно, внимательно, вцепился в руль, аккуратно, потому что на саботине можно все что угодно тут получить. Но, блин, чтоб он не обогнал ни в коем случае. А, что он творит? Ой, прямо проходим. Ой, опасно сейчас было. Он меня чуть не опрокинул. Видел. Смотрите, на встречку вылез, который перед нами ехал, мало ли он назад будет сдавать, так что готовьтесь к чудесам. Спасибо, Влад. Блин, Саня, чё ж ты так лагает? Прям дергаешься. Ну обгони. Да ладно. Да Маус, прости за подставу. Я тут кнопочки поменял, а у меня на клавишу, на эту, было дворники, Маус, а сейчас выключение движки. На карьер прямо? Там получилось у кого-то. Да, прямо, на карьер. Наверное, что-то случилось. И вверх на город. Ребят, к сожалению, с вами до конца не доеду. Потом позже, ближе к ночи, как всегда, как тут было. Мы будем скучать. Ну ты же спать-то не собираешься? Да как не собираться на работу, блин? А мне что, на гулянку забыл? Ну ты будешь катать до скольких? Ну, блин, я не знаю, стабильно до двух, как всегда. А после двух, думаешь, нет, надо довести. Да не, ну... Ну как назло это, негде припарковаться, везде отводники. А вы на карьере? Уже прошли, подъезжаем к Сальнику, поднимаемся. Я часиков в 9 вернулся. До Якорс опять. Я в Сальнбурге уже. Ну отлично. Ну не в Сальнбурге, на карьере. Блин, я плавно забыл, жалко. На карьере? Жалко. Двигайся в сторону Сальнбурга, город. Причем очень активно. Такое там еще озеро было. На Якорсе кто-то ждет? Да, я жду. Дима, ты только один там? Там иди еще, по-моему, есть. Ира, ты где я стоишь? В городе. Дима, проходим Якорс. Я вижу. Стойте, подожди, сейчас я с Акроса выйду. Меня выкинуло. Смотри, там где этот пройдет Саня пальчик, вот наш. И за ним еще две машины, как минимум, должны быть. И когда будет место, тогда выйдешь, хорошо? Да, понял. Три машины. На СТО, да, стоишь? Антон, с СТО выезжай в фирме Sun Builders. Возле нее жди. По всему городу мы вряд ли будем тащиться там. Еще растянемся по всем светофорам, встречка аккуратно. Сзади идущий встречка будет в контейнер. Я в городе все. Ядрёно потом. Я жив. А вот половина, да? Красный светофор начинает приближаться.
Тоже садьба длинная стола. Нахуй. Шумахер. Сёр, давай это, побрим там к Сан-Голдерсу, и мы от него будем выезжать. Мы ну, через стол не будем проезжать через Визу. Хоть бы сказал, что качусь. Да я думаю, когда ж ты увидишь, что ты... Ну, походу, да? Не, в телефон засмотрелся. Ну, я в Сальцбурге, на СТО, никого не вижу. С СТО налево, прямо до конца. И этот... Там у тебя выбора не будет, направо по-любому повернешь. На светофоре проехал справа этот трансинер, а на светофоре потом налево и на выезд города. И в сторону этого линза выезжаешь на трансинер. Мы перестали тут трое. Подъем чистый. Лош, у тебя сколько бензина осталось? Что? Солярки что? Солярки сколько осталось? Да. Блин, на экранчике не видно, а на этом... На интерфейсе показывают сейчас. Меньше. Мы ставимся в левый класс, один прямо. Где-то одну пятую показывают еще. Грузь, Польша, Польша, они есть. Забрать? Можешь, надо будет заправить. А у тебя там сколько в литрах? 100 литров. 100 умножаем, ну хотя бы на 2. Я самому. Никого не вижу из наших. Ну 200 км. До большой заправки передвинули, я думаю, хватит еще. Парни, никто не потерялся, все знают, куда ехать. Да. Ну все. Я, в принципе, всех в табле вижу. Сколько вы тонн везете? 20. Да, Моисей так говна когда уже. На массу, я бы сейчас туда не пошел. Димасик, ты можешь разогнаться? Димасик, ну? Ты можешь разогнать? Да, 90 лет. Тоха, вы уже на заправку поехали? Да, заправку поехали. Что-то погнал, что-то погнал. Ага, у меня 5 рун. Кашу. Все, Шумахер, это, ты уже выехал на трассу? Да. Палец, что ты, это самое, ждать? Да у меня у руля крыша поехала. Да. Он сам себе тормоз зажал и держит, короче. Типа, ты не поедешь. Технологии начнут управлять, да? Ну все, его ликотяришься. ЛВ у меня сейчас пропадает, короче, из вида. Сначала машина пропала, так еще прицеп сам едет, короче. А когда этот 0.1.5, по-моему, только выпустили, помнишь, была такая фигня, прицеп едет, короче, без... Без головы, стебяча, да. 0.1.4. А, я, ну, я не помню. 0.1.4, да. Такой мы как раз собирались в глубокую ночь ехать, собрались с Абердена. Давайте, Толас, давайте. Обнова. Ну, замечательно, что обнова. Посмотрим, что будет.
Нанотехнологии прицепа сами ездил. Да, да, да. В итоге желания ехать вообще там не было. Постоянно кто-то исчезает. Да, пока не дождались этот R-версию. Так, слышишь, это после этого начало колбасить так, что те, кто лагают, они этот, у них кабину от прицепа отрывают. Да, да. Клон сбрасывает скорость до 70. Что-то вы медленно идете, да? Просто не в Need for Speed играем. На развилке прямо? Не, ну я сегодня тоже в гонки зашел, и после этого мне как-то немедленно едется нормально. Антон, на развилке прямо? Что? На везде прямо, прямо, везде, да? Везде. Мы проходим везде через прямо? Линз, через Вин. Прямо до Вина идешь. Абсолютно никаких съездов, ни поворотов. Да, да, везде прямо. Прямо ехать. Да, везде прямо. User joined your channel. Здорово. Здорово. Ты че не расшарил его? Расшарил. Хрен, не качай. Дай тогда ссылочку. Сепаратист. Да-да. Как давно не видно, не слышно. Да ладно, я всегда здесь. Да здесь ты здесь, я-то не здесь. Моисей, в правый ряд кинься. Это твое упущение. Вот опять я виноват. Ну реально, а что ты этот на поиском остался так? Так видишь, часто вариантов уже не остается. Теперь, походу, с вами катать будет. Прям с таким сожалением он сказал, что аж враг не стал в душе. Ты знаешь, я слезы прям пустил сейчас. Ностальжи такое. А тут все это заканчивается, понимаешь? Там уже не остается нормальных людей. Какие-то неадекваты одни там. Ходи сюда, здесь адекваты. Просто с него все начиналось, как бы. С ним все и закончится. Да. Да фигово, когда ты к чему привык, это вот и меняется так вообще. Слушай, ты рассуждаешь как британцы? Не, ну я чуть тебе не нравлюсь, что... Антоха, на шоссе вниз или вверх? Прямо. Ты скажи мне прямо вниз. Через Линз на Вен. Прямо. Мне скажите прямо в лицо, где вы. Я вот на этот, на развилку. Мы проходим под Линзом в направлении Вина по один. Такой критик вообще. Вин такой... будем проходить прямо через ворот. Ты такой дерзкий, короче. А я у Антошки соучусь. Блин, наш. Антох, у меня ник на сенсея. Не, так я этот. Я ж не дерзкий, я просто злобный, да? Или как там? Жестокий. Ну давай вспомни мне все, что я тебе сказал. Не адеквашечка. Да как мы туда проехали уже? В чем здесь? Вин? Офигеть. Ты же я косячник, что ли? Кабину не ту поставил. А, Серега Шумахер, ты в табе кого-то из наших видишь, догоняешь там уже? Нет, я вообще еще не студу, блин. Я в Шлатбурге стою, на СТО. В чем стоишь? Шлатбург. Какой-то коричневой субстанции, это не шоколад. Ну, да, похоже, к Макхейму подъезжаете. Ну, к какому Макхейму? Вы в Линзе сейчас будете, да? Я же говорил, Линзвин, повторял сколько раз. Моисей, ты тут? Моисей вообще есть тут? Вы на узкоколейку поедете? Нет. Далай-лама есть, Моисей не видно.
Он, блядь, он состоит в компании? И ему ответил 0 человек. Димасик, сколько у тебя тонн? 25. Понятно. Что ты пожалуйста? Съезжаем направо на заправку. Давай, махает. Антох, слушай, ты... Антошка, я колонну покину. Хорошо. Антох, смотрите, вы будете проезжать город Виен, потом поворачивать лучше колею. Здорово, народ. Привет. Привет. Здорово. Ассалам алейкум. Ау алейкум, ассалам. Здравствуй, здравствуй, братан. У меня такой вопрос. Я извиняюсь, конечно, что в колонну не попал. Я праздновал, что дело есть, куда ехать, идти. Мы будем проходить через город Вин. Вот. И, конечно, точка Бруно. Потом развели грузы в Густрицу, в Варшаву. Да, по всей Польше, наверное, лучше. Я понял. Серега, я понял. Я вот. Ты архив распаковал уже? Сейчас подожди, я посмотрю. Я пока DM скачал. Антон, еще раз. Проезжаешь ты город Виен. Там будет прям, как проехал город Виен, поворот налево. На узкоколейку. Вы туда поедете? Конечно, иначе на Братиславу там. Нет, никак. Ой, на Братиславу, на Брно. Мы через Братиславу на Брно пойдем. Ну я же в Братиславе стою. Ну вот с Братиславы выезжая этот как его, в западную сторону. Вот. Там, где граница между Вином и Братиславой, в сторону от Вина. И там на перекрестке сделать, как на Брно ехать, на той узкоколейке подниматься. Все, понял. ЛВ, а че ты не кинул мне ссылку? Вот кидаю, но ты должен его разархивированную игру уже устанавливать. Короче, сейчас объясню. Так, что это такое? А, тут нет. Ты подожди качать, не качай. Блин. Ну ладно, ладно. Там 300 мегабайт, сюда успеешь скачать. На Новый год откроешь. С тобой, блин, успеешь. Успеешь. Ну или сейчас ставь только этот. Ты должен распаковать для них. Смотри, короче, у меня вопрос, извиняюсь, пацаны, за плут. У меня, короче, Note 32 обнаружил 49 вирусов. Да, я говорил, сканировал. Нет, вот он, блин, последний, короче, за последние с 93 до 100% нашел 49 штук. Все относятся, кстати, блин, что меня, кстати, поразило, все относятся к этому, к модам Евротрака. И что с ним делать? Ну это может быть типа неопознанные летающие объекты. Да. Вот он обнаружил их, как чего с ним, что делать? Чего? Удалять? Ну да, удалять что-то. Есть вариант еще проверить пробы от доктора Веба. Найдет ли она там? Вирусы Вен, конечная Брно, то есть... Вен, это где? Ехать со свечей в Вену. Так мне куда лучше, наверное, в Вену? Так, Вену, Вену. Вену. Словакия, Австрия, Швейцария, Италия, Венгрия. Я понял. Что-то Моисей немного тормажит. А чё он не в Питере? Нету его? Я
еще есть же там игр? Не все, вроде нет. Планов типа личный стример, допустим. Кого можно нету? У кого мозга нет? У кого нет мозга? Как вы раньше без мозгов ездили? Так, такой вопрос. Будет через какие города поедете? Брно, по-моему. Конечно, не точка. Через Вену. Брно, я понял. Мы буквально тут в 15 километрах от Вена. Да я знаю. Брно, конечно. Так, и из Брно потом куда? Бустрица, Варшава вроде бы еще оставалась. Ну давай, Антон, я, наверное, жду вас все-таки в Бруно. И там определимся. Гаража. Хорошо. А потом, потом смыслишь, куда дорожка. Все будут ехать на дополнительную карту или кто-то будет не туда ехать? Блин, вообще не понимаю, слушай, это что? Это же значит, ты всех замьютил. А что за хрень тогда? Значит, ты всех замьютил. И все. Мне это ни о чем не говорит. Ну, то бишь за. Ну, накосячил, короче. Да, да. Сбрасывай скорость до 60. Один хрен не гонит. Хоть одного догнал. Ну как всех, если он тебя слышит? Тихо-тихо-тихо, не болит контору. Здесь дистанция вроде бы возможно. Что, еще насыпать будешь? Блин, чуть Данилку не поймал. Ну, впереди меня тоже проблема. Красный свет начинает торможить. Сзади живые там? Я то всегда торможусь. У меня бренд по перформансу. Ну, понятно. Сейчас полагивать будет, наверное. На светофоре прямо? На светофорах прямо. Ох-ох-ох-о, спасибо тормозу прицепу. Ткань она мне подрезала. Смотри, он неадекватный. У нас сейчас из компании Тир стоит этот Олег. Я ж говорю, смотри, с тобой рядом чуть скамеечка стоит. Моя должна неадекват. А, нет, она ехала уже. Я сказал, что в Брону еду. Я просто говорить на Али там. Красный свет. Ну, держим практики, едем прямо. Вену проехали уже, нет, надеюсь. Угу. Бляха-муха. Я как раз цельный груз сейчас брать буду. Тоже у нас головатик. Что? А фон, возможно, у вас будет головатик. Видите, со светофора так вот стоите прямо и под мост. Знаю, после... Ну, Братиславу, короче, там налево нам будет съезжать под мостом.
ЛВ, я не понимаю, у тебя пустой груз? Угу. Ну тяжелый. Против ты. Что он пошел, он где уже? Вот, я уже встретил своего одного из моих. Давай в Бруно. На фирме ЛКВ. Мы сейчас едем в Бруно, поедем других. Раз не делят наши друзья. Что же на фирме ЛКВ? Да, подождем других. Но. Антоха, вы перекресток проехали уже? Какой? Идиот, Лен и этот, Владислав, под мостом там налево повергать, здесь, сэмпер. Ну, я имею в виду, мы на ушке клейки стоим, где поворот направо. Ой, прямо на ушке клейки, начало. Вы проехали? Мы сейчас на служении перед, это... Как он, перекрестком, который на Владислава ведет и на Брено. Все, видел. Ты ж там на перекрестке. Не разгоняйтесь сильно, тут остановились прямо на перекрестке. Смотрите, аккуратно на перекрестке, там, где между Братиславой и еще каким-то городом, Вин. Два дурака стали. Че тут за порнуха? Там этот застрял в очень, блин, гребаный. Ну, у нас на лицо застрял. О, тут толпа быстророжных. Ой. Тормозить. Олег, выходи направо, вот, за Шумахером. И когда Шумахер там с замыкающим встанет колонну, и ты за Шумахером поедешь. Слышал? Тут Димасик вообще колышет его вообще. Ладно, парни, я ушел, скоро приду. Удачи. Да. Антон, я в компании ЛКВ. Бруно. Жду вас. Так, я замыкающий, получается? Ну, 5 мы там будем. Дистанция. Меня слышно? Да. Главное, что есть ты у меня. А ты там, там, там.
Серега, видел этот шедевр? Что там такое? Да, на этот, на встречной полосе стояла машина, а я вижу, сдалека за ним едет тоже встречка. И там, ну вот сейчас будет просто эпический момент. А ну почти так и было. Хорошо, хоть разъехались. Я ему мораю вовсю, а ему ни в какую. Он топит и топит, никогда даже не пытается тормозить. Видит, что колонна идет, ну машина встречная. Нет, все равно, влазит на встречку. Почему мы тормозим? Мы не тормозили. Да я вот давно вообще, у меня дистанция была, видели. Мы сникер с ним. А ЛВ это кто? Это я, да. Хуй с хуй, Трансимперия. То есть здесь Трансимперия? Сегодня будет весело, парни. Сегодня Юру разбанит. Какого? А, ты, наверное, не знаешь. Что-то новое. Yes. Я видел такой Юра Хой у вас и Юра еще вот, которому я стрим кидал. 36-й регион. Да. А вот это песня. А что за что за баня? Да фиг его знает. Никто не знает. Он сам не знает. Загадка. Ну там он что-то растишка. Там они с растишкой что-то сделали. Ну и растишку на 10 дней, а вот это часов. Блин, не крастишка, здорово. Впереди красный светофор. Крастишка. Надо ник ничего себе поставить. Так, вы в Брно ушли, да? Да. Да. Сейчас я машину поменяю тогда на одиночку. Ну, разгрузку шли едем, я смотрю, мне тоже. У меня туда... разгрузка вот. Гэл. Слушай, у меня тоже в ЛКВ, блин. О, прикол, ладно. Все, что ли? Я три мама. Бля, как я забыл? Ребят, дайте по очереди. А у меня другое место как-то. Типа видео снимаю. А у меня стримчик. А где видео? Стримчик, у меня стримчик. Стримчик, это же прямая трансляция. Да. Кто его смотрит в данный момент? Ну, два человека смотрят. Наверное, смотрит только ты, да я, да мы с тобой. Ну чё ты сразу это, то есть мечты, надежды, сейчас всё разрушим, короче. Не, у меня будет гордо называться, это моя первая серия.
поехали, отлично раз делаем. У меня город будет называться на видео было. Спасибо. Что ж, приняли? Накормили, напоили, тебе деньги. Я... Куда? Ну ты сможешь. Буквально занесу завтра. Документы мне в страну туда срочно. Вот, давайте. Поехали, пожалуйста. User disconnected from your channel. Ненавижу такие, такие маленькие прицепчики. Все время ходят тут. Да, парни, не уезжайте от этой машины, понимаете? Доставляем груз почти что. Все, чисто груз почти что. Блин, кусочек не хватает. О, все, спасибо. Компания. Я депортивный шпам. Чё, куда груз берём? Да, куда? Возьми, остановись, рядышком. Да я думал, груз взять. Да, без груза остановись. Так, я груз буду брать на Варшаву. А все они тут на карту, которая на Квике? Или есть? Кого нет этой карты на Квике? У меня, например, нет. Бывает. А еще есть такие? Я еду в Люблин. Блин. Ну хоть я могу отказаться от груза, поехать с тобой, кого не карта. Ну я, например. Блин. Чё, куда? Всем спасибо. Кто изначально с нами ехал? Официальная часть закончена. Будем развозить грузы.